Виталик. Ну вы слышали, он с чайника пьет водичку. Кулак по хантам дайте. Как ты знал? Синсимиля готов? Ну притак пошел охладать. Короче, вот линк. Слабенько так выхилит, правда. Да я хули пистом переляну. Нет, ты шипешкой 3 лям дашь. Холепристом полтора. Да шипешкой 4 тогда. Ваня, ты готов? Готов. Слипсон готов? Готов. Готов, пошли. Дайте лап, пока есть возможность. А там мертвый один. Есть лап. Пока бой нет. Не надо ничего сделать. Скидно, короче, не стоит, чтобы лишний раз не ловить, да? СС на КД или нет? Я вас понял. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Смотри, он написал ВК через язык демонов, херайся, пацан. Мне было в подвале учить, но я там некоторые слова выписывал когда-то. Нате фридом, Коля. Коля, фридом дал тебе. Коля дал фридом. И сакру, да, я сейчас просто его лопану всем сакру. А мне меточка, не могу больше фридом давать. Притяжки в сторону. Нет, точно не в сторону. Слева падает. Просто стойте в звезде. Видал Каляндея? По центру бейте, центральную голову тоже снимайте. Слева падает. Предпоследний мир. О, справа метка. Бля, чего так сливать, конечно? Сливайте все. Так, на мясо подъем, блин. Хилят два хила кранка с липсом. И медики стакают. Сейчас на десяточку будет ВП. Сейчас притяжка будет, я тебе не знаю. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Шрепещите! Так, опять притяжка, притяжка с отпрыгалкой на них. Коля, дал фридом, Коля. Блин, ран дал, но ничего, ты сможешь добежать. Но он же смог добежать, сможет. Как же это другие паладины? Тогда хорошо. Давайте метки опять в сторону, дистанцию убираем. Равномерно метки подбиваем. Прячемся за центральным. Опять, чуть справа. Не бейте правую метку, там 50 как КП, сейчас 39. Бэ-бэ. Ебать, ну вы подставили просто, пиздец. Ну кончено. ВР есть? Угу. Вот, поднимай стрелы. Лёна, поднимай инвентарь. Сейчас будет фаза. С
ставлю ТТМ на маму. Беду дивка, давай гейм на маму. Два тиба по помогу, по шахману. Гейм на маму быстрее, сейчас ТТМ пропадет. Так, на флот отлично. Все метки под боссом несут. Метку под босса клёвно, захилим на пол. Ну да гибко, давай гейм на хил. Все хилы посадали, все освобождены маму. Сливайте метку. По одному стаку набираем хил, следующий тоже под босса. Тяжко будет убить миники, отошли вверх до зоны. Меня не хилят почему-то так. Я уже поел. Что, идиоты? Нет, опять милики под босс, под босс, под газон. Слипсон, давай гейм на хил. Уже давал попробовать. Это стоп, разбивайте быстрее. Сейчас дыму. Слипсон, давай под босс. Кайфу, милики отошли. Иди, Коля, что ты стоишь? Ганчер под боссом. Миники отошли. Зачем ты в рейд убегаешь? Сливайте мне. Не, не сливайте, я стаки скидываю, спасибо. Следующий под боссом. Прыгнешься. Сейчас. Ну не бейте. Беги, малышка, беги! Ханты, блядь, ДК. Сливайте быстрее, ой, под боссом. Милики отошли. Во, сливайте все метки. Следующую в сторону. Паркур в сторону. РДД слева метку сливаем. Ганчер под босс, велики в РДД зону. Как пот нахилить, а? 4 хила, а? Велики отошли в РДД зону. Не сливать метку, хотя бы есть. Малышка, беги! Видишь, как тебе делаю, нужно да? бежать. Под боссами сидеть. Встанешь сам? Да. Если это было специально слито или просто тупо. В сторону следующую, бывает. Я хилюсь. Блин, плохо. Мало хп. Сука! Часы, хорош! Классные часы. Рад тебя с поясом. Ну хоть пояс хорошо забрал, да? Пояс-то хорошая штука, часто падает. Пояс бесовая штука. После ЦЛК будут трейды какие? Возможно. Так, часы кому-то надо, но мои. Себе возьми вместо щита. Это правда. Куда я будешь ходить? О, защитник. Хорош. Тут еще раз морду на не возьму.
Так, ну пойдем 4 хила. Нардо пишет, что ему надо уйти. Ей. Да, ей. Привет, он один босс остался. Один босс остался. 10-13 минут. Но не простой босс. Простой, 13 минут, Нардо, похиль, пожалуйста, 13 минут. Умоляю. Все, я уже накинул. Не поздно. Спасибо. Так, ну если я тут оставлю перса, я потом смогу получить ему ачил, да? Нет. Да, ибан тоже получишь. Так вы же заходили на персок на анбафе, да? Блин, да. Просто идите шманом. Как сказал, что мы не были хиль. Готовы к бану. Да. Андриксом, Андриксом, прими платье и хиль так опять. Прицепись там, следовать и все. Да иди просто бомжом, я на хила зайду какого-то и все. Все, идем так. Так это в 3 хила? Вы на анбафе не заходили на твинов? Заходили. В смысле, заходили? Нет, не заходили. Да ладно. Так убили, 25 человек собралось и убило. Ничего, не втроем не отхилит? Суньте меня. Да там Джерин по мане сядет, ты чё, убирай. Пусть утешение наденет. Сумоньте меня по брату. Да он лопнет, чем утешение оденет. Да у него уже есть утешение. Сумоните, пожалуйста. Только что сумонил. Отменил зачем? Я ничего не отменил. Это я Андриксу. Да не, это не сумонил. Вот сейчас да. О, Ретрик 14 кдпс рейд. И не нахуй. Взаимно. Так, Слипсон, ты сможешь подиспалить чуму? Да. Я могу подиспалить. Подиспалить. Так, давайте по станам. Кружочек станет Казян, ромбик, нейкист, трусы, этот Last Chance. На вторых варьках волшебный Last Chance, скажу, что станет. Все. Чем? Ты станешь трусы, а на вторых варьках скажу, кого станет. Не проще Ретрику застанете? Нет. Потому что ты... Ну ладно. На мне будет дух, короче, я не смогу застанить. Дух убивается даже до варьков еще. Че, гонишь? Да у нас просто Ретрик 14 кдпс. Я все твои шутки уже слышал. Да я не шучу. Вот этот экстрем как дамажит? Ты нормально или нет? Получше, чем в казан. 870к на сентябре. Всем пока. Чего? Удачи. Хреновая, дамажу хайра. Да не нужно, зачем? Оставайся. Давай запускай лег. Ты ходишь или остаешься? Да короче, все, у меня рейтинг. Ну хоть она, все, я запускаю, до свидания. Куда запускать? 24 человека в рейде. А, ну пока. В смысле 24-25? Так она уходит, она в рейде. Так не уходи, алло, зачем ты уходишь? Да я не так сильно не знаю, ничего тут ни разу не была. А тут сейчас все умрут. Блин, и что, просто следуй за звездочкой и все. Хорошо, давай я тебя с умой сейчас посмотришь. А с чумой там на первой фазе ничего не меняется? Еле. Просто в трэш выносишь. Трэшку выносишь. Наверное. Куда в трэш? Просто за звездочку. К шарку ищем. Вот тут вот, смотри, где звезда, вот тут, тут короче, будет трэш танчиться по центру. Просто сюда выбегаешь или блинкаешься. Все, и стоишь, ждешь, пока с тебя здесь полит чуму. Потом возвращаешься обратно в рейд. Все правильно. Как вы все объясняете, блядь? Ну-ка объясни-ка, давай, Виталия. Все, мы... Хорошее объяснение, погнали.
У нас хавкер отсутствует. Тут так же самое, как в 25 норме. Ты выходишь, чуму выносишь к протопалу. Единственное отличие, это просто мы каждый раз пробегаем, есть ловушка. Вот. Дальше вот стрелой так идем. Протопал всегда первый. Ты к протопалу выносишь чуму. Да, блядь, центр, что-то там пана объясняли. Дебил. Так оба же в центре идут. При коле она бы выходила вот сюда, вот где в 25 норме трэш танчится. Это кружок. Так у нас за основу взята вот тактика 25 нормы. Короче, выносить в центр? К протопалу трэш. Выноси, блядь. Трэш, трэш. Понимаешь, что она сейчас прям в центр? А где сидит протопал? Ты увидишь, вот, блядь, там где трэш. Кружочек, на мне кружочек. Хорошо. В общем, увидишь большого такого злого дядьку моба, шаркающего. Вот ты к нему подбеги, из тебя диспэдли. Вот так вот. Смотрим, что будет. Пришло заражение, по рейду надо захилить. Так, милики, ловушка, перебежали. Все, что нужно знать о Казяне. Все, что нужно знать о Казяне. Казян 14 КД пресс, выглядит на ловушку, молодец. Казян, носок, сектор модель. Да я вообще-то отбежал. Вот видите? Вот Ваня делает, блядь. Нет, самый прикол. Хуяк, я улетаю тоже. Ты сейчас самый прикол, почему в мили-зоне сектор стоял маг? Не знаю, вы как эти, блин. Как фейерверки летаете. Поняла, что такое ловушка? Экстрим. Да, это было для тебя специально. Тут... Это ловушка. Да я поняла уже все. Если в ней не становиться, то ты улетаешь за платформой и получаешь ДП. Ну вот как эти люди сейчас. Я тут как бы далеко стояла. Ну как в этой зоне все правильно. Вы показали просто, как это должно быть. Сейчас мы тебе еще покажем, как валики улетают и уносят людей. Но это на второй фазе. Да я уже много раз видела. Потом покажем, как духи хлопают в комнате. Да? Как бомбы взрывают. Мак вообще... Как Войт Заката играет. Мак по профиту зашел в мили-зону, поймал ГП, блядь. Красава просто. Моды, бой, начало боя, бурст кота, 300к, фу, дно. 400, если чё, 397 там написано. Чё ты, блядь, 97 тысяч забыл? Да я не вижу просто дальше цифр. Просто там, если чё, ловушка была, и вот когда я отбежал, эти 4 дна улетели, блядь. Бурст весь в жопу ушёл, пошёл нахер. Ты же тоже улетел. Я не улетел. Да нет, там 4 человека улетело, я видел. А ну вам надо этот вещь вообще? Не, ну маг лучше просто. Сектор газа, а что ты стоял вообще в мили-зоне? Фу, а файли тролль мультидотит мобо, живой бомб. Ты ебанутый? Так правильно делает. Тебе показать? Так посмотри, так... у него 46 тысяч всего вурдалаков. Чё-то как он мультидотит мог? Ну правильно делает, если на переходке мультидотит, когда перебегает зону. Да и, во-первых, я не мультидотил, во-вторых, блядь, Джерион хуесос. Странно, что в рейде 4 мага, а на мультидоте оказался только ты. Не, ну сектор тоже по мультидотил бы, но он улетел. Морден, давай быстрее сюда, носок, давай быстрее сюда, да? Так, ладно. Чё там, сейф, объясняй вторую фазу, поясняй так, экспрессу. Я не умею рассказывать, так. Я тоже. Ой, Морден, ты тут? Курит путешествие. 5-7, извини. Давайте в фулбок по рейду. А, да, две планеты уже, да? Mm-hmm.
На прилив КПП. Что-то пахнет вчерашним рейдом. Да я прилив забираю, успокойтесь. Ты поезд забрал. Я поезд... Ай, блядь, я поезд отдал. Тупой. 127 ПР на прилив, хорош. Так, Лёна, ты тут, хавкер? Морден. Морден, хавкер, Лёна. Морден. Морда. Лёна. Алёна. Клёна, Алёна. Ты не Алёна, скорее Алёша. Нейкист. Все готовы, запуск. Ну вот, в принципе, ты разобралась с тактиками. Можно и убивать лича. Мы прибыли, наконец, хвалёные силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Просто вчера Талик падал. Мы даруем тебе быструю смерть, Арк. Да два рейда подряд Талик падал, как бы. А давай, давайте, уже еще ПР, который забрал, ты вообще его удалишь. А кто его забрал? Ты пройдешь через эти... Ёлка. Монарх? Ну уж, ёлка. Не, вчера Монарх. Да я вчера забирал. Не, вчера, да, на анбафе ёлка забрал. Ебать, ты грустно. Да, как, похуй вообще. Как будто ты монарх. Меня калил вчера с этого. Так, смотрим, сейчас будет ловушка. Так, РДД в звезду. На 4 мы смотрим. Я забыл. Даже за БДК так не прижимаюсь. Нахилит, наверное, Олег. ГП. Чума, на секунду. Лёна, чума. Дисплел. Милики, ловушка. Эхо капли, все нет. Волшебно, дай капли на волшебство, умоляю. Все, да. Дуду гибко, давай гиб на ману, ставлю ПТМ. Без ты, как ты, бьем, эти, так, шарик. Вон, давай, гиб. Я дал на транс уже. Давайте шары подбивайте, два шара, шар,
влились в дух, а потом в центр ёмки. Сейчас дыхнет проект. Ставим звезду. Кто? Звезду. Просто дал и выйти вообще. Подыхнет. Живой. Так, ДЦ схватило. Круг ДЦ. Сыграйте с ним хватит. Остальные не проносят, с подвальки уйдите, все побегут. Сливайте все быстрее, все вкусы играем. Отлично. Так, РДД на рейндж, выбор босса. Хилы вот так стали в сделочку и протопал уже. Мейки выходят в сторону крови. Зальете в ножку, да. Так, вышли на рейндж. Вышли на рейндж. Че мне станет-то? Кружок станьте, кружок станьте. Застанем. ГЦ, перебили стан. Сорян, ромбики. Сука, это не было. Джерри, нет, суки, ты сын. Трусы можно разбить. Трусы сливайте. Так он в трусах. А, нет, там инвент. На рейндж вышли РДД. Милики под босс сейчас будет. Так, милики, вы проходите на рейндж с подними. Так, мальпик всех звезду. Волшебная станешь кружу. Трусы станешь волшебные. У меня же нет стана, что мне станете? Джерин умер. Не стану. Заткнись. Бейте две вальки. И нарегуете, пожалуйста, уже окончилось. Вот и пол пойдет. Сливайте две вальки. Я грис меня, я прожался. Залил. Ну зачем ты сагрил? Давай такие нормально. Осквернение ганчер выноси. Еще один вали был. Что нормально станет, сказать, останет дальше трусы или нет? Да, останешь трусы. Так, станы вальпа, и переводим еще 2%. Отбежали. Блять, два хила вальпа. Давай, волки, бим на хил. Отойди, осквернение. Ну, давай бим на хил, давай сапру. Быстрее сливайте хило, дробик и трусы. Да все, привели. Дайте сак. Ну. КД. Спокойно. Оу. Блять. Что вы там сделали, вот серьезно? Тупили, блять. Сука, нубы. Подожди, да кому можно ГП сейчас начистить? Ну вон они прям, Экстримка, Аюр, вон. У нас хилы есть? Бой. Есть вроде. Да я же ПЦ сдох, там половить они, что там пеню стрелять. Снимайте ЖД, подожди. Снимайте ЖД пока. ОГР есть, начинается. Ну всего лишь минус 5, блядь. Мы нормально сюда переводим, Ваня, блядь, выходит в центр и умирает. Нахуя ты это делаешь? Если там минус 5, хилов нету, всех нету. Ну минус 6, кого нету? Все есть. Есть у тебя, Анна. Что там? Одного хила хуже хили. Трамп, у тебя и все. У нас есть два БР, какого хуя ты падаешь всегда? Ну нахуя ты всегда такое делаешь? Ладно, все, это не мое дело. Отличная шутка, псих в начале боя была, охуенная. Спасибо. Нас 9 человек было до того, как я умер. Ладно, хочешь еще 9, раз? 9-8 человек умерло. Ну и один. Иди куда подальше. Нет, а это... Как я пошутил? Ты хоть расскажи эту ведьму. Не знаю, что я делал. Ааа, так это не я. А кто? Конечно, не ты, естественно. Блин, тут паладинов много, как ты узнал, что это я кинул? Ну понятно просто, кто это сделал. Это паладин, да? А какой? Это не Экист, он первый просто. Это пиздец. 5 человек умирает на переходке. Не можно получить 0 урона. Там 8 человек умерло. Это жесть. Так мы могли попробовать убить бы. Да нет, там минус 8, это долго. Валь, плюс 2 БР. Он бежит. Уже минус 5. Да. С учетом того, что шаман улетел, минус 4.
Это ведь математик. 10 человек всего умерло за трое. Ну, вот этого, как я сдох. Дима все, Ваня, Лея. Я сдох. 8 человек. С тобой последовали, там еще 20 человек. Ну, хорошо, 8 человек минус 2 БР. 6 человек умерло. Ну, было. И что, говорю, минус 6 мы переводим от танбафы, блядь, травим его дальше. Тут, блядь, минус 6, ты начинаешь падать, ты прыгаешь туда, блядь, в центр, умираешь. Но я не, меня уже просто бомбит от этого. Такая какая-то показуха, блядь. Чего вы хотите говно убивать? У Джерри у нас спроси, почему он в другую сторону летит. Он бы не сдох. Как говно да. Убивать. И раньше и не могли иначе убивать. Минус 6 это ух, нормалек, пацан. Сейчас, блядь, минус это пиздец, все уже жопа какая-то. Раньше берса было 20 минут, сейчас 15. И что, мы прям переводим, когда убиваем лича, когда уже там берса секунды остается? Да я просто бомбанул, то на Ване накипело. Не переживай. Бедный Ваня. А, бля. Ваня, просто скажи ему, иди в жопу и все. Так он знает, что он чудит такой. Тут не за что посылать. Да я не это знаю. Ж... Ну шансов мало было все равно. Сколько? Ладно, я пошутил на него. Я бы тебе сказал, где у тебя шансов мало, бля. Всем привет. 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 Хочешь на леща каким-то РДшником пойти? Я хочу. Так он уже в рейде. Не, все, давайте так. Поставил рыбу. Блин, в конце два хила схватило, короче. А вы втроем хилите? Да. Ну пусть Казян спекнется в этого, я похилю еще. Форта паладина. Вроде нормально. Нету у Казяна форта паладина. Ну еще и форта паладина нету, ГЦ. Я его только одеваю. И сколько, 5 лет? 6. На Соня Грис. Транга, Хавкер, Аюр. Транга снова не соблюдает тактику. Крест попросту. Транга, ты тут? Я говорю вам, когда станет, и все. На третьих валик ты ничего не говорил. Ну то мне не надо было ничего говорить, потому что у паладинов, которые должны были изначально станет метки, откатился стан. Зачем что-то спрашивать? Вдруг у них качан стан. Вау! Так, ты, Джерин, ты зайдешь или ты обиделся? Что ты нам вайпнул рейд? Может он вылетел? Блять, ну трансмут у тебя, конечно, это же. Так, давай чекнем. Кого? Так, Казян, Слипсон. Все готовы. Все. Все, экстримы, ты понял, как убивать? Ну да, я только что-то с этими вальками. Это получается, когда они сверху, убить не надо, да? Когда они сверху льда, не надо убить только тех, которые... Побило сейчас? Схватило игроков. Я сначала, потом врубила, что не надо. Ты имеешь только тех валь, которых хватает игроков. Да поняла. Три бомбы вешаешь и бьешь последнюю вальку. Три бомбы на вальку. Не, ну все равно молодец. Сама додумалась, что бить не надо. Соображалка лучше, чем у Войда. Я знал, что ты к этому ведешь. Я вообще всегда сверху валил, он вчера
Послужат доказательства моей безграничной. За АДК был второй, это дно показать. Просто обоссался. Да будет так! Да сейчас бы в метке не стоять Джерри. В атаку! Я не стою в метке, это там оставлены переходки. На кем еще этот щит на АДК? Кинул. Давайте РДД в звёздочку. Чему это сегодня выносит? Давай так кровь выносит. Так, мелька ловушка, РДД. Да РДД останется сегодня. Мелька будет сегодня. Не на РДД. РДД. Волкер, да дудипка, давай гейм на ману. Дистанцию набрали все. Слишком много в одной куче стоит. Я поставлю. Шары. Дудипка, давай за шары. Сколько надо на чего? 30 стаков чума? Да. Блин, 22 стака. Молодец, наша сила. Ребёнок, поднимайся. За быстрее. Сорвал? Быстрее, поднимай. Баку помогай. Шары забиваем сначала. Сенсимили, отожмись. 10 секунд. Все в звездочку. Станин Вальд поговорил. Так, я в трусах. Гц, я улетаю, чтоб могло. Нет, я повернусь. Давайте снимать быстрее. Сектор газа, осквернение. Слейте трусы быстрее. Все в трусы, давайте. Отмелите, отходите. Если я буду двигаться, то вы не будете сыграть, потому что вы не сыграете. РДД на рейндж. Давайте, на рейндж вышли, билики на рейндж. Сэнки. Давайте, сливайте вальку. Трусы идут. Трусы играем. Трусы, не бейте, Ром. Бейте трусы. На снеке стом вылетел, не? Ну, вот он, в душе. Волшебный, сейчас встанешь. Так, РДД, хилы на рейдж, осквернение сначала, потом вальки. Милики вышли со осквернением.
босс. Поверни, поверни, лича там уже. Череп старый быстрее. Так, ромик и трусы. Трусы играть в ромике. Ром, вылить. Есть тебе? Центр оскорбления жмется. Волкер, давай Диму. Правильно, давай. Я залил. Сейчас в ромбик буду метать. Кружок играйте. Кружок играйте. Стань волшебным на круг, ставь. Всех кружок играем. Ромба нет, устану. Пробуйте ром. Стань, друже. Могу дать гимн. Тут на переход ты сейчас поешь. Дал возложение тебе. Спасибо. Не за что. Сквернение в цель. Давайте на крайс. Так. Ты гимн на ману поставлю за там. Давай гимн на ману. Кто там хотел гимн на ману? Слипс. Горн, да, или как? Помогайте, чё мы в один человек шарик сливаем? Раньше СС на сражение. Так, у нас крестов нет, наверное. Да, крестов нет еще. Чё ты пока не отправляешь на шарик? Пусть духа бьёт. Маги, бейте шары ещё. Крестов нет. Следим сейчас за агро. Шарик добить. Череп потом сыграем. Череп потом сыграем. Ходим за звездой. Давайте все в звездочку. Маги, прожимайте девки свои. Щиты на ману. Все такое. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим. Ничего страшного, берсерк не будет. Так, есть. Далеко. КД. Просто бегите со звездочкой. И перепрыгивайте стену. Теперь будет берса. Пиздец. СС дали? Не знаю. На мне СС. Зачем-то. Я забрал вот баблом. Подымай повороте, Лёна. Блин, все нормально, забирали сейчас. Ой, да, КД. Нет у нас БР. По духу заберу, подождите. Не лезьте по духу. Я промазал таунтом, прости. Промазал таунтом, пусть танчит только. Вон он, типа, В нажми. Коля обрыгался. Только отойдите, отличайся. Я похлопаю духов. Сакры, что есть, говори. Да это пиздец такие. Не знаю. Духов бейте в комнате. Бля, был СС, нет? Не было. Есть, Данчер, у тебя есть еще СС?
Так, мне там не хлопать, короче, ШП нет. Да я похлопаю, Некис, кинь только красную капельку на меня. Короче, Берг на посуду. Стрим звезды, побежали дальше. А-ля Мака в глыбе похлопает. Кирилл, есть зубы? Ну, кинешь, короче. Да идите по зубам. Я в глыбе похлопаю. Никто за лечом не идет в сектрон, духи спустились. Они в центре призываются. Давайте портал. Давай. Прячьтесь просто за лича сейчас, в звезду встаньте. Зубы 10 секунд. В сантимиле у трона лежит, да? Да, у трона. Сейчас ком. Чем много трубок? Блин. Вверх у нас еще 3 минуты 50 секунд. Холокоста, повесь СС на меня. На ваш шанс. Я на КД, я к Лёне давал. Впереди бомба, все побежали. Конечно, поднимай. Коля, похлопаешь духов, есть что. Сейчас будет выход с комнаты, отходим на духов. Тут есть инер, да? Трон. Быстрее к трону! Быстрее к трону, духи спустились. Давай сакру. Поднимаю танка, захильте его. Поднял. Да нету времени его хилить сейчас. Проседай, крыль. Коля, похлопаешь? Окей. Осквернение, сейчас внимательно, осквернение. Джерри, давай еще ты на сенсинили. Закину. У нас ДК залагал, отводи от осквернения. Ну все. ДК, осквернение. Да не хильте его, зачем вы хилите его? Сейчас сдохнет в комнате. Не хильте его в комнате тут. Таргарин, не хильте. Давайте, звезды пошли. Нихуя, я его жалею, поседаю. Чтобы уничтожить короля лича? Если что, можно герб давать. Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Азарт. Команда. Есть еще Блэр? Катился? Блять, впереди бомба. Да просто бежим и все. О, беги, давайте к порталу. Давай, Гер. Тут, ну возле лича уже. Где он тебя? Блин, да, внутри. Я могу под баллон идти. А не, у меня КД на все. У меня КД срезка, КД на все. Лучше на БДК уж что-то с зуба. Ну кого-то баба есть, да? А у Ганчера КД СС? Сейчас еще в комнате, мать, если
волшебно может потанчить. Пусть Нейкист, у тебя есть бабл? Нейкист мертвый. А он мертвый? Волшебный. Волшебный. Бабл, и там... Беда. Как там? И правильно Нестис еще включи на всякий случай. Я тоже. Ну что, народ, звезда ебаный в рот. Забирайте, забирайте лича, пожалуйста, не хочу умирать. Боже, сколько времени. Смотри, он каз был духу. Там он называется каз хорош, да? Мы нашли новый баг. Мужа не стой. Я забагал. Это я мертвым притворился, но стрельнул на себя, потом притворился. Че вы ржете, бейте еще лям. Сейчас, у меня 15 секунд, когда еще. Сомнений нет. Блин, сука, как? Я ж, блядь, убикал. Не-не-не. Ай, блядь.